добренько. Всем добренько. Всем добрейшего дня, друзья. Сегодня мы с Александром будем играть в чудные игры на Sega Dreamcast. Чуть-чуть, часика полтора. Как сказать. Будут у нас чудесные игры. А играть мы будем так. Блять, ну зачем нам мужики здесь, ёб твою мать? Лучше подни бабок, блядь. Игра про красивых баб, какие-то, блядь, старики попадаются периодически. Вы чё, блин, кто делал эту игру? Нахер вы добавили этих стариков и мужиков вообще? Оставьте, блядь, одних баб нахуй. Да ну ёб твою мать, что-то она какая-то прям кисельная игра-то эта. Она такая прям, знаешь, где нажимаешь кнопку, а действие там через несколько секунд. Mortal Kombat повеселей 100 раз. Не, ну вот зачем вот эти вот страшные мужики еще здесь добавлены? Мне кажется, в этой игре есть один единственный плюс. Это то, что вот ты играешь за девочек, блядь. Так, в целом, геймплей убогий, блядь. Кисельный такой геймплей, блядь. Достаточно вялые движения. Отклик, допустим, на действия игрока низкий, блядь. Сделайте просто только баб и все. Тогда, блядь, в этой игре будут, блядь, стимул играть. Зачем вы добавили каких-то мужиков, мудаков, блядь, страшных, блядь? Нахуй они там вообще обосрались, эти мужики. Вон бабами еще куда не шутку. Ты чисто смотришь, кайфуешь, на девочек смотришь. И как бы пофиг, что геймплей не шибко-то такой супер-пупер. Ну да, Soul Calibur. Ну у меня сейчас не установлен Soul Calibur. Это надо устанавливать, опять скачивать. Бля, я даже не могу тут понять, за кого я играю. Тут настолько, блядь, неотзывчивый геймпад, что я даже не понял, кем я играл, блядь. Это вообще гениальная, конечно, игра. Ладно, давайте дадим ей еще один шанс. Хорош ты, блядь, да и ёбнул. О, вышло, блядь, немножко. Да хорош, блядь. Смотри, как разошелся, блядь. Да ну нахер. Забил же меня, ты посмотри, что забил, даже сделать не дал ничего. Да, блядь, ах ты, сука. Ты посмотри, как бьет, а. Добивает. Я сейчас умер. Блять, да я не понимаю даже, кем я играю в этой игре. Бля, она настолько интуитивно отзывчивая, что... Хорош, да я ёбну, блять, немножечко. Да ну, блять, девку мою избил, блять. О, хотя бы пизданул чуть-чуть, блядь. Для приличия тогда и уебу еще раз. Разочек уебу, блядь. О, вставай нахуй. О, другой разговор пошел. Так, хватит, блядь. Блин, забивает. Ох, трусики белые видно было. Представляете? Ёб твою мать. Бьёт-то нормальная она девка эта. Ох, еще раз трусики видно белые. Да.
Олеж, привет, как ты? Привет, Олежа, хорошо. Привет. Как ты, Санек? Наконец-то ты пришел. Надеюсь, ты налил себе пивка, потому что лично я поднимаю стакашку за себя и за Сашку. Спасибо, братан. Они гораздо выше уровнем, чем мы. Олег, хотел бы узнать ваше мнение по поводу того, что будет после смерти, извиняюсь, если не в тему. Я думаю, что ничего не будет, я не верю в жизнь после смерти. Теперь мне придется сверху играть, а я не люблю сверху. Блять, мне что на лыжах, что не на лыжах, блять, хуёво управляется машина. При том, что вроде как бы должна нормально управляться, раз это легковушка, блядь. Но управляется она, конечно, моя, я не знаю, блядь. Как кусок говна, блядь, ветка. Физика в игре знатная. Но, знаешь, если сравнивать с Twisted Metal, то она все-таки, наверное, получше будет. Там-то, там вообще неуправляемые ведра были, блин. Нет, я в этой игре не могу на чат смотреть. То есть я когда в нее играю, я не могу ни на чат смотреть, ни на чё, блядь. Вот Mortal Kombat мы играли, я вообще особо не напрягался и на чат смотрел. А здесь я играю, блядь, ни чат не вижу, нихуя не вижу, блядь, и ничего сделать в итоге не могу. Вот несколько игра, блядь, мне кажется, не очень подходящая для стрима. У меня может быть тоже, а хотя нет, наверное. Аркада. Ничего. Но потому что джойстик работает, стал выбирать. Я не знаю, он же не работал до этого, сука. Так, ну сейчас попробуем нафигачить Саньку, так сказать. Я, кто не знает, играю за Соню, а Санёк вот за этого Люкена, или как его там звать. Сейчас попробуем немножечко нахуячить. О, получился суперударчик. Блин, неплохо бьется этот Люкен. Но Соня тоже не промах. Вертушечки получил по мордасам. Эх, муха. Ударил туда, где обычно яички находятся. Но только там их нет. Ух, я сейчас прям по члену ебану. Нормально, так-то бьется Соня. Первый раунд за мной был, да? Может, и выиграю, кстати. Практически отхерачил Люкена. Блядь, вот это хорошие удары были. Блядь! Да так и проиграть недолго, ёптвою мать! Блядь, опасность, сука, тип. Ха-ха, хорошо, что не... Блин, второй раз поп... Да ёбаный в рот! Сука, неподступный какой, а? Блядь, да хорош ты, блядь. Запомнил, как он это делает. Блядь, всю ебало расколочу. Сука, блядь. Че, блядь, такие звуки издает, блядь, во время... Да, блядь! Твою же мать, нахуй, налево. Нет, вот этот, блядь, повеселее, чем на Sega Dreamcast.
то есть на Sega Genesis. На Genesis как-то попроще было. Этот бы удар использовать под ножку, блядь. Да, блядь, хорош-то, сука. Все, победил. Мне нравится, когда она честь отдает. Настоящий солдат. Она как солдат Джейн. Даже лучше, чем Джейн. Да ебаный, блядь, осел. Да ёб! Хорош! Спасибо большое, спасибо, Жидяры! Огромное спасибо! Да ёлки ж зелёные! Ничего, еще один раунд, и я тебя побеждаю. Да ё-моё, дал мне, блин, нормально дал. А что, у него не срабатывает этот супер удар Лю Кена, другая комбинация? Короче, я победил. Че, я первый раз тебя же тоже побеждал, да? А ты меня заколебал. Че ты выигрываешь постоянно? Уже как получается. Так, кого бы мне выбрать? Ну давай вот этого белобрысого. Давай белобрысого. Блять. Дай хер с ним. Теперь мы отличаемся цветом штанов. У меня зеленые, у Сани коричневые. Опа! Вот так вот, а ты такое не умеешь. Хорош ты, блядь. Да ну нахуй. Все, я победил. Прям ну совсем-совсем смешно. Вот в первой части Робокопа она еще более-менее какая-то на серьезных щах. Ну блин, вторая, там такие моменты пиздец смешные. Как такой би-муви. Сам Робокоп-то выглядит неплохо, достаточно прикольно, ну блин, сюжет, да и сюжет-то пофиг, ну там спецэффекты, роботы, так все по-смешному, по-дурацки как-то сделано, конечно. Особенно, наверное, битва в конце тоже, ну битва еще более-менее, ну, местами там, конечно, вообще. Все-таки Робокоп к Терминатору вообще не ровный. То есть, если Терминатор, все части, они были прям такие злые и без какого-либо там намека на какой-то юмор, такие говененькие спецэффекты, все очень грамотно. И Терминатора включаешь, он там смотрится, ну, ничуть не хуже, чем современные фильмы. И в плане спецэффектов, и сюжета, и реалистичности. У Робокопа, конечно, там пиздец проблемы. Но я имею в виду вторую часть, сейчас глянули, так там вообще. Да блять, что за хуйня, блять, что за приемчик? Да блядская. Блять, удар-то такой ебанутый, ну. Let's go.
Блядь, найдет какую-нибудь хуйню и начинает ее повторять бесконечно, блин. Да убогий удар выглядит как проститутка, блин. В этом есть смысл в Mortal Kombat. Заходишь в какой-нибудь комбо, блядь, и хуяришь. Так, пошли.